Доброго времени суток, коллеги! Сейчас мы будем делать заказ на по обновленной форме на сайте Oriflame Украина. Очень удобная форма. И сейчас мы все преимущества рассмотрим, да, и сделаем заказ. Вы зашли на свой сайт по номеру и паролю. Если вы новичок, вы вводите номер консультанта и пароль, когда входите, вот, например, да? Сейчас я покажу на примере другого сайта. Получается, вы заходите, вводите свой, вам выбивает окошко. Сейчас оно у меня загрузится. Вот здесь вот нажимаете «Войти», вбиваете свой номер консультанта и пароль и входите на сайт компании. Вот таким вот образом выглядит ваша страничка. Для того, чтобы посмотреть каталог, вы нажимаете на «Посмотреть каталог». Выбираете себе те позиции, которые вас заинтересовали. Вот, например, да, мы выбираем здесь вот «Купить продукты». Вы выбираете тот продукт, который вам необходим, например. Нажимаете количество, сколько вам нужно, да, там 1 или 10 штук. Добавляете в корзину, вам переходит сюда. Вот, корзина наполняется. И, соответственно, все ваши продукты, которые вы выбираете, переходят в корзину. Здесь еще можно посмотреть, сейчас в данный момент действует распродажа. Тоже не забывайте, как можно посмотреть саму распродажу. Можно скачать просто прайс-лист. Вот, здесь просто список кодов распродажи. Здесь можно посмотреть прямо в картинках. Нажимаете, оно вам открывается. Можно сберечь, можно просто напечатать. Вот, и уже смотрите здесь все преимущества, сколько оно стоит, да, сколько оно стоит сейчас. Но здесь чем еще преимущество того, что цена, например, вот крем, да, 39,90, и от него еще отнимать минус 20%, так как вы консультант компании Oriflame. И, соответственно, этот продукт вам будет еще дешевле. Очень выгодное предложение. И каждый каталог в конце второй недели, да, на второй неделе каталога всегда действует какая-то распродажа. Так что следите, пожалуйста, и делайте выгодно. Всегда покупайте выгодно. И сейчас мы переходим на нашу корзину. Мы набросали сюда уже продукции, которые нам необходимы. Вот. Если у вас уже есть коды заказа, например, выписанные, да, здесь вы вбиваете, к примеру, код. Возьмем по туалетной водичке, вот, сайт Дима Билан. Вводим 17540. У нас единичка, добавляем в корзину. И у нас так раз и две штучки получилось. Или просто здесь уже корректируем. Так как нам нужна одна водичка. Вот. Я набила уже заказ, тот, который мне необходим. Все повыгодно. Здесь очень удобно и выгодно показываю, сколько вы экономите, да, на каждой водичке. Тоже очень удобно. Вот. Здесь вам добавляется еще дополнительно к заказу некоторые там брошюрки. Вот. Еще чем выгодно и удобно сделали для удобства наших новичков, да, и для нас тоже. Вот, например, этот журнал у меня есть уже. Вот, приходил в прошлом заказе. Мне он не нужен на данный момент. А вообще журнал очень классный. Вот. Я его просто убираю из заказа. Благотворительность я всегда оставляю. Дело в том, что все деньги из благотворительности переходят деткам в детские дома. И компания Oriflame низкий поклон за это, что они так заботятся о детях. Вот брошюра бизнес-класс, каталог, который будет добавляться. Вот пакет пластиковый. Это все я оставляю. Итак, смотрим, что у нас выходит. По 32 продукта, да. Цена с каталога получается 2393 гривны. Стоимость доставки мне добавилась. Далее, скидка.
скидка добавляется, это экономия. Итого получается, я заплачу 1929 гривен. Выгодно? 500 гривен скидки. В каком магазине вам будет 500 гривен скидки? Но это еще не все. Идем дальше. Это только первый шаг. Теперь методы доставки. Мы выбираем доставку. Вот. Доставку мы выбираем. У нас уже выбрана доставка, так как я уже в прошлый раз делала заказ, да, и мне автоматически. Здесь идет доставка на СПО. Сколько стоит потом? Если получить в пункте выдачи, здесь если открыть пункты выдачи, можно также выбрать на карте. Этого я делать не буду, но тоже есть такой вариант. Это очень удобно, что на карте можете выбрать. Далее, доставка Укрпочты. На доставку Укрпочты будет 25 гривен доставочка. Вот. И здесь дает два варианта, да, вот получается. Или добавить новый адрес, вот, например. Добавляешь новый адрес, куда вам доставить его. Далее, адресная доставка по Украине. Если по Украине, то 40 гривен. Это получается, доставка идет курьером. Вот. И доставка на отделение Новой почты. Доставка на отделение Новой почты, 25 гривен доставочка. Вы забираете, идете, все классно. Вот. И если вы хотите вместо... Так, мы возвращаемся на нашу доставку на СПО. Вот. И мы не хотим платить 10 гривен за доставку. Можно выбрать продукт вместо платы за доставку. По очень тоже выгодным ценам предлагаются разные продукты. Мы сейчас с вами выберем продукт вместо платы за доставку. Что нас привлечет? Что нам здесь предлагается? Очень много интересных предложений. Мы выберем сейчас. Что же мы выберем? Мы выберем салфеточки. Так, выбрали мы салфетки. Так. И нажимаем. Так, выбрали мы про салфетки. И нажимаем продолжить. Итак. Здесь еще дополнительно предложение для вас. Сейчас идет распродажа «Счастливые дни». Это та распродажа, которую мы смотрели в брошюрке, да, когда открывали. Сейчас это можно все посмотреть. Вот здесь вот листаете и смотрите, что вам приглянется. Вот. Если действительно вас что-то заинтересовало, вы нажимаете просто кнопочку «Добавить», и вам добавляется в заказ. Вот очень выгодные предложения, которые компания делает. Вот смотрите, здесь очень-очень-очень много всего интересного и классного. Вот можно добавить в заказ зубную пасту. Очень люблю эту пасту, она такая хорошо. Вот. И вот здесь вы добавляете, сразу вам добавляется зубная паста, вы просто ее добавляете потом в корзину. Гель для душа Дори можно добавить ребенку. У меня дочка обожает его. Так, все. Мы выбрали все продукции, которые нам заинтересовало. Тут еще дополнительное предложение. Добавляем в корзину. И нажимаем продолжить. Итак, четвертый заказ – это оплата. Здесь пишется оплата перед получением. Заказ по немедленной оплате должен быть оплачен в течение 4 банковских дней с момента размещения. Обратите, пожалуйста, внимание, что если вы делаете заказ на почту, на Укрпочту, то заказ необходимо оплатить в течение 2 до 3 дней для того, чтобы он пошел в сборку. Если заказ не будет оплачен в течение 3 дней, ваш заказ будет расформирован и в сборку не уйдет. Так что, пожалуйста, обращайте на это внимание. Оплата банковской картой. Можно выбрать оплату банковской картой.
Вот, нажимаете здесь на саму карточку и оплачиваете картой. Я этого делать не буду, так как я оплачиваю через Privat24, мне очень нравится это. И нажимаем. Здесь у нас все тоже меняется в связи с добавлением продуктов. И нажимаем кнопочку «Продолжить». Пятый шаг. Оформить заказ. Теперь смотрим. Доставка у нас правильная. Предполагаемая дата выдачи 30 числа, то есть в пятницу мне придет мой заказ. Плата, оплата перед получением, то есть я беру свой номер консультанта и оплачиваю через, ну, я оплачиваю через Privat24. Теперь мы смотрим, сколько у нас продуктов, да? 34 продукта получилось. Продукт вместо платы за доставку у нас очищающие салфеточки. Вот. Скидки. Немедленная прибыль, которую мы получим, это почти 500 гривен. Всего получается к оплате 2011 гривен. Вот. Если бы не... Получается, мы сэкономили почти 500 гривен. Я считаю, что это выгодный заказ, который, да, который я сделала и разместила. Здесь нажимаем кнопочку «Я прочитал и согласилась» со всеми условиями. Ну что, наш заказ сделан и нажимаем «Разместить заказ». Так. Теперь. И смотрим. Мы сделали заказ. Вот. У нас получилось всего количество, да, 194 балла бонуса. Соответственно, мы получим еще объемную скидку, то есть доход мы получим от 150 баллов, нам начисляется уже доход на номер консультанта, который можно будет использовать в следующих заказах. Так что всегда делайте выгодные покупки для того, чтобы получать еще дополнительно, помимо подарков, да, распродаж, еще и объемные свои доходы. Вот у нас есть наша доставка. Когда он придет, вот 30 где-то сентября. Вот. А здесь у нас есть, сколько мы должны заплатить. Вот, вернуться в раздел консультантов. Возвращаемся мы в раздел. И здесь уже мы можем посмотреть историю заказа. Где мы еще можем посмотреть, если мы, например, только вошли в ваш, ну, в свой кабинет, да? Мы нажимаем на кнопочку «Заказы». Нажимаем вот «История заказа». Вот дальше. Нажимаем просто на заказ. И у вас вот высвечивается, да, ваш заказ полностью, что, что именно заказывалось. Все полностью. Полностью показано. Здесь даже можно отслеживать, вот, когда размещен заказ, да, какой, именно какого числа. Так что удачных вам покупок, выгодных вам выгодных предложений, да, которые компания дает. И, конечно же, активных партнеров вашей команды, роста и, конечно же, успеха во всем. С вами была Татьяна Мусолитина. До новых встреч!